Страна FM принимает поздравления. Не было перехода. Я сначала это отмечу. Дорогие друзья, привет! Страна FM, с праздником! Нам сегодня 2 года. 15 августа, Mike Voice. Лиза, привет, Колесико. Лиза Калинина. Калинина. Да. А что я сказал? Подожди. Друзья, мальчики, привет, мы безумно рады вас видеть. Джубокс Трио, друзья, у нас в гостях сегодня Илья, Вова, Гарри, парни. Ребят, с днем рождения у вас. Спасибо большое, нам так приятно. Мы сейчас восхищались вашей студией. Сколько у вас здесь камер, сколько у вас здесь света. И насколько вы круто посадили гербер. Это живые цветы, это сделала для нас компания «Королевские оранжереи». Она оформила всю эту студию, сделала вот этот вот глобус. Как здорово, что ты вспомнил. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ну как вы, как у вас настроение? Праздничное? Заряжаем? Классно, конечно. Гарик даже сегодня праздничный оранжевый майк. Да. Почти под цвет угадал. Почти под цвет, конечно. Мы, кстати, принесли тортик. Вот он. Ой, как приятно. Хотелось бы отдельно отметить первые гости с подарком. Пришли, которые вот можно съесть и выпить. Молодцы! Вот торт, что-то в пакете, что мы не можем анонсировать. Как мы приятно. Обязательно это употребим. Вот артисты не только, понимаешь, нам дарят такие подарки материальные, они еще и музыкальные нам приносят подарки. Так. Да. Воу. Вот я знаю, что парни сегодня готовы вживую что-то нам исполнить и поздравить сегодня нас. Сегодня готовы, всегда готовы. Сегодня готовы, всегда готовы. Это экспериментальная вещь, которую мы сделали вместе с диджеем Грувом. Так. Вот. Наши мысли, его музло, это как у Айовы, да? Наши мысли, его скакуны. Мои тексты, твоя гитара. Ну, мы готовы принимать подарки сегодня, да? Что поем? Если вы готовы, мы готовы. Мы готовы, друзья. Джубокс Трио! Принимаем! Полетели. Жги. Айе. Закрой свои глаза, почувствуй хаос. На старт, внимание. Фас, бит и бас. Это все, что нам нужно. Это бас. Это все, что нам нужно. Бит и бас. Это все, что нам нужно. Бит и бас. Это все, что нам нужно. Нам не надо больше на работу. Мы превратили каждый день в субботу. Бит и бас, любое время года. Нам не надо больше, только бит, только бас. Только данс, только газ, только в пол, произвол. Все однажды улетят на Марс. Все, кроме нас. Бит и бас. Это все, что нам нужно. 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 Зацени, как я танцую, мои па. Мне по колено все. Степчик влево, клепчик вправо. Йо, кто не с нами, тот не бит. Тот не бас, тот будет бит. Знает Джоли, в курсе пит. Бас и бит, хит, yeah. Дни и ночи танцевать можем. Почти спортсмены. Эть, как гибаются локти и колени. Давай ритмично баунсить на счет три. Раз, два и... Сейчас! Бит и бас. Это все, что нам нужно. 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 Бас. Бит и бас.
бас, биты бас, биты бас, биты бас, биты бас, биты бас. Джукбокс трио! Ребята, это было очень круто. Спасибо. 15 августа. Нам 2 года. И такой подарок. Ого-го. Ого-го. А еще и торт. А еще и торт. И не только. Не всем на 2 года. Вы знаете, у нас для вас два задания. Вот смотрите. 2 года вы с нами. Вы неоднократно приходили к нам в утреннем эфире. Пели, танцевали вместе с нами. Поздравьте нашу аудиторию. Слушатели, зрители любят вас, знают, заказывают песни. Вот что вы им скажете? Поздравьте, пожалуйста. Ну-ка. Что желаете, да. Мы поздравляем всех слушателей телерадиоканала «Страна FM». И зрителей. И зрителей. Которые и сейчас зрители смотрят активно. Соответственно, да. И мы хотим, чтобы больше бита и баса в ваших ушах было. Да, очень качественного, хорошего. Если вы сейчас нас смотрите, то, конечно, в общем-то, продолжайте в том же духе и выбросьте пульт. А вот теперь, самое главное, парни, теперь все это надо, знаете, уместить в одну строку, потому что мы пишем гимн, да, нашему телерадиоканалу. Берите микрофоны с собой, идите, берите маркер, идите к вот этой... Так, Вова. Один, давайте один. Вова, у нас уже, у нас Вова с кофе и микрофоном. Смотрите, вот у нас уже есть гимн. Последняя строка такая. И в мире музыки мы искренне любимы. Вот вам нужно, не думая, быстренько написать продолжение. Да. Не Нагасаки вам, не Хиросимы. Главное сейчас это написать правильно. И без ошибок. Единственное, что там можно же новую задать рифму. Я думал, что-то, знаете, все-таки услышать про наш телерадиоканал, синхронное вещание, как здорово, что мы есть в интернете, и в телевидении, и в радио, и вообще. Немножко тавтологии. Звучи страна на всю страну. И в мире музыки мы искренне любимы. Звучи. Звучи страна. Страна на всю страну. Да что там? Звучи страна на всю страну. Да что уж там, звучи на всю планету. Вот. Давайте, парни. Звучи страна на всю страну. Да что уж там. Да что уж там, звучи на всю планету. Класс. Очень круто. Звучи страна на всю страну. Да что уж там, на всю планету. Вот. Парни, пока пишем все эти строки. Что в планах-то? Что, как? Лето, осень. Покорение планеты. Покорение планеты обязательно в месяц. Планы совпали у нас с вами. Мы разрабатываем музыкальное ядерное оружие. Так. Которое мы скоро ощутим. О котором мы скоро заявим. У нас клип в монтаже. Вот как раз на эту замечательную песню. Пошла конкретика, клип. Клип, да, вот он монтируется. Мы уже видели первый какой-то вариант сыренький пока. Вот, но он скоро... А какая песня? Как Биты-бас, которую мы только что исполнили. Ну, да. Мы ждем у нас. Мы, конечно, покажем премьеру. Акустика, посмотрим. Акустика, нам нужен клип. Да, нам нужен ждем клип. Ждем премьеру на нашем телерадиоканале. Друзья, парни, спасибо, мы вас обожаем. Спасибо что огромное. Вы сегодня пришли, поздравили нас. Джукбокс трио! С днем рождения! Спасибо! С днем рождения! 2 года и за торт, спасибо! Страна FM принимает поздравления!